всем комрадам-копателям, всем, кто любит смотреть подобные видео. Сегодня как раз тот день удивительный, когда синоптики не ошиблись. Вчера было пекло, 33 градуса в тени, на сегодня обещали 24 градуса. Что-то я в этой сегодня сильно не верилось. Но вот с утра сейчас 20 градусов в тени. А днем, наверное, скорее всего, будет 24-26. Так что сегодня, в принципе, можно и на открытой местности ходить. Нет пекла. Так что поедем, попробуем на распаханную деревню. Может, все-таки ты там не сильно заросла. Если там ничего не будет, то поедем в лесок, покопаем. Так что не переключаемся, ждем находок. Поехали! Приехали на место. Называется Обломись. На месте подсолнечника посеяли рожь. Но это, в принципе, даже лучше. Рожь быстрее соберут, чем подсолнечник. Так что походим здесь в конце лета. Ну что, поехали в лес теперь. Что ж, других вариантов нет. Ну вот мы и на месте. Радует, что прохладно. Можно будет одеть костюмчик, даже сетку одеть. Потому что гнуса всякого полно. Поводов, комаров, жуть. Так что не переключаемся, ждем находок. Надеюсь, что сегодня они будут. Первый черный сигнал. И смотрите, какая находочка. Как вы думаете, что это такое? Это наконечник стрелы. Вот такая штука, артефакт. Двигаемся дальше. Одел все-таки сеточку. Ходить комфортно в том плане, что никакая зараза тебе не лезет. Конечно, немножко душновато, но терпимо. Итак, мы нашли наконечник. Я надеюсь, это хороший знак. Сегодня будут находки. Не переключаемся, ждем находок. Очередной сигнальчик. Так как лес чистый, достаточно. Вообще сигналов очень мало. Я копаю все черные сигналы. Короче, по сути, получается у нас опять копаем все сигналы. Это у нас клинышек от топора. Как ни странно, достаточно частая находка в лесу. Так, лесу. Лесники рубили. Соответственно, и вылетали клинья с топорища. Так, ладно. Погода хорошая, настроение хорошее. Надеюсь, это к находкам. Наконец-то после получасового блуждания по лесу первый цветной сигнал. Это у нас поиски Люфпини. Ну, 44, конечно, это империя, по-моему, скорее всего. Но что-то я сомневаюсь. Ну, как обычно, первый цветной сигнал. Попробуем выкопать в онлайне. Дедушка Хабар, может, нам поможет. Так. Ногой раздавим комок, чтобы не повредить, если что там. Так, и проверяем. Ну,
Ну, блин, сигнал такой хороший. Неужели какая-нибудь фигня? Так, что это у нас? Блин, точно. Крышка. Жаль. Ну ладно. Первый онлайн коп. Никуда. Идем дальше находок. Недалеко от этого сигнала еще один цветной сигнал. Что, попробуем еще раз в онлайне. Попробуем. Сигнал цветных очень мало. И просто радуешься, как ребенок, когда там после получасового хождения раз приветственно кричит металлодетектор. Хозяин, копай меня. Так. Интересно, что это такое. Боюсь, что проволока какая-нибудь. Ну, проверить надо все равно. Так, здесь выкопали. Здесь ничего нет. Уже хорошо. Так. Что это такое? Какая-то финтифлюшка. Ну, медная. Вот так вот как-то. Бывают и такие находки. Ладно. Второй облом онлайн. Двигаемся дальше. Не отчаиваемся. Еще один сигнальчик цветной. Ну. Может, и монета даже. Сильно мы, конечно, не рассчитываем на это. Но все равно надеемся. Нет, это какая-то пластинка от чего-то. Так, ладно, двигаемся дальше. Ну, пошли цветные сигналы. Недалек тот миг, когда будет монетка. Может, этот есть как раз миг. 12. Что бы это могло значить? Да что ж такое? Это какие-то пластинки, блин. Там звучало совсем по-другому. Вон и что. Смотрите. Это часть от наперстка. Тоже прикольная находочка. Жалко, не целый. Блин, обидно. Ни разу еще не находил целых. Так, ну что. Далеко от этого места района не будем ходить, будем вокруг чесать. Раз такие находки пошли, эта сопутка вполне достойная для нахождения монет. Не переключаемся, ждем находок. Еще один клинышек. День клинев. И чё? Двигаемся дальше. Тоже интересная находка, смотрите. Носорог, жук-носорог, у него тут гарем. Две самки. Вот это вот, который с рогами, это у нас самец. Самки без рогов.
гарем у него тут нарисовался. Ну ладно, я немножко побредил, потревожил вас за своими делами важными. Двигаемся дальше. Ну, еще один сигнальчик такой. Плавающий. Ну, 30, может, даже монета. Ранние советы. А может и пробка. Сейчас проверим. Нет. Хотел сказать монета. Нет, это пробка. Ёпарный театр. Ладно. Двигаемся дальше. Наконец-то после часа блуждания, может даже больше, прям чистый сигнал. Ну неужели это снова будет какая-нибудь пробка? Так, рейки-пятаки звучат из алюминиевой бронзы. Ну, надеюсь, дедушка Хабар нам не откажет. Так, что у нас там такое? Блин, опять пробка, что ли? Точно. Да. Обломись. Двигаемся дальше. Идем по дороге. Ну, конечно, хоть какой-то сигнал более-менее путный. Дальше, дальше такой, цветной. Шесть, восемь, десять. Не знаю, так. Да что угодно может звучать. Может даже современный монет. Судя по дому, что на дороге. Ага, монетка. Слава тебе, Господи. Сегодня первая монетка, наконец. Интересно, что это. Плохо будет, что это ходячка. А нет, это 15 копеек рамочник. Ну, слава тебе, Господи, спасибо, дедушка Хабар. 15 копеек рамочник. На дороге. Значит, дорога старая. Это хорошо. Пройдемся по дороге теперь. Поблуждали по лесу, только нашли наконечник и часть от наперстка. Двигаемся дальше. Продолжаем идти по дороге. Хороший был цветной сигнальчик. Вот такой остаток от мощного кованого гвоздя. Жалко, не целый. Так, двигаемся дальше по дороге. Уже, наверное, к машине потихонечку уйдем. Нагулялись уже. Продолжаем двигаться по дороге. Еще один чистоган. Ну, дедушка Хабар, что нам этот раз? Опа, монетка. Черт, ходил я по этой глуши, надо было по дорогам ходить. Все-таки дороги нам приносят. Так, это что это такое за монеты? Непонятно. Советы что? О, так это империя, ё-моё. Одна копейка, по-моему. Ха-ха. Вот так вот. Да, Николаевская копеечка. Нифига себе. Первую империю в этом лесу нашел. Значит, эта дорога старенькая. Очень старенькая. Двигаемся дальше. Он какую емищу выкопал, еле-еле нашел. Гвоздик. Кованный, целый. Берем. Снова нам дорога старинная приносит находки.
собрался к машине идти, нет, развернулся и пошел от машины по дороге в сторону другой старой деревни. Итак, на сегодня все. Погуляли по старинным дорожкам, нашли артефакты, старинные артефакты, старинные монеты. Так что, в принципе, сегодня не зря съездили. Вот что мы нашли. Наконечник, гвоздик классный. Часть наперсток жалко. Не целый, 15 копеек рамочник и копеечка николаевская. Я думаю, что, в принципе, не зря мы сегодня съездили. Подышали свежим воздухом. Ну и что-то нашли. Так что, всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео. До свидания. До новых встреч в видео.